Ать-ать-ать, обновление Свиноград Свинляндия, но не сегодня, потому что оно вышло, но мы, как говорится, не прошли до этого момента. Не-не-не-не-не, вы не ждите никакого обновления, будет очень-очень скоро. А вернее, когда вы знаете, рассчитайте примерно, сколько уровней дойдет, и поймите, когда выйдет серия с новыми уровнями. И так как мы помним, мы почти дошли до конца Свиноград, ведь это Свиноград, и доберемся до Жирного Болота. Странное название. 116, как я помню, у нас... На втором месте. Так, время подождать. Сегодня у нас... Мы должны уничтожить их. Всех наших друзей, побить рекорды и пройти дальше. В смысле, я прошел дальше. Проходим уровни, которые я проходил когда-то. Так, что у нас тут такое? Обновление было хорошее, но я вам не скажу, что там, потому что скажу, когда... Потом, когда будет... Ох, опять эти вентиляторы. Я, кстати, прошел без вас, наконец-то, сюжетную часть... Ничего нового там нет, что вы не видели еще в моих видео. Но зато там за обновление куча крутого много. Ну ладно, как видите, удалили всех. 4 уровня, блин, там такие сложные уровни в конце пошли. А я уже прошел здесь. Здесь будет наверняка легко. И так ведь. Здесь изменили еще экран загрузки, вы, наверное, заметили сразу. Если заметили, то там шестеренки крутятся вместо птичек силуэтов красных по кругу. Что ж, похоже, взрывать просто так. Новых птиц, конечно, не добавили. Как же новых птиц? Ага, в обновлении. Наверняка здесь не будет никаких новых птиц в обновлении. А вы как считаете? Может быть, будет новая птица? Вряд ли, конечно. Придется все изменять. Это дисбаланс получается. Хотя, конечно, неплохо будет, если в конце появится новая птичка. Хотя нет, вряд ли, конечно. Или же будет. Ладно, хватит один тот же вопрос по нескольку раз говорить, терябить его. Ой, странное слово, да? Будем, как говорится, запускаться как нужно. Так, ну что, взорвать и сломать. Отлично. К несчастью, мне повезло. Тем, что уровней много слишком. Ладно, я сейчас провожу, смотрите, хитрый способ. Нет, он не сработал. Взрыв заденет верхнего. Это так всегда. Или нет. Обычно верхнего задевает. Прикольно. Свин взрывается. А, он когда получает урон, улетает. Либо когда птичку замечает. Теперь мы точно уяснили его природу. Что ж, подарочек с перьями. Кстати, у меня практически несколько птиц дошли до нового уровня. А так, нет, нифига нового. И чьё побери? Опять. Какая-то фигня получается. Видели? Не получилось. Серьезно, я... Серьезно? Я сдаюсь. К счастью, я понял, что я могу восстанавливать жизнь за кристаллики. Потому что кристаллики мне... Только кроме восстанавливать жизни, мне не нужны. Это единственная нечитерная вещь, которая покупается за кристаллики. Ну ладно. Поросята, вот ну за нафига вам там вот наверху сидеть? Ну что? Что же делать-то? Свинки, когда засыпают, они способности свои теряют. Сейчас, видите, он вроде бы попадет по мне, но... Плевать, потому что разнос все равно происходит. Вы наверняка это смогли заметить. Что же делать теперь? Блин, вентилятор ненавижу. Еще раз, значит, попробуем так. Во многом тут зависит от удачи только, я понял это. Вот видите, допустим, удача получилась сейчас, но может не получиться в другой раз. Возможно, без этой свиньи вообще невозможно пройти без золотой, как вы думаете? В некоторые моменты мне дают орла, именно это меня и спасает. Всего лишь могучий орел, и полный разнос происходит, и уровень проходится. Что бы я без него делал, непонятно. Ведь у нас 5 птиц на 2 уровня. На самом деле, я могу дать еще 6-ю птицу, но фиг получится, потому что... Может быть, разнос плохой очень быть и так далее. И тем более, можно все 4 птицы на один уровень потратить. Так вот, синеньких против строителей отлично использовать. Не только против строителя, но и магического свина. Да, с обновлением изменили магического свина, внешний вид. Теперь он не держит в руке ничего. То есть, у него только шапочка и никакого лазера, никакой магической фиговины нет. Почему? Не знаю, может, показалось, что это слишком странно. Но он до сих пор... Может превращать с птиц. По-моему, он Тернс может в ракету превратить. Вроде бы.
Два раза мне случалось, но я два раза кое-как не замечал это. То есть, ведь замечал, что ракета взрывается, когда запускал Терренса магического свина. Но, может быть, там ракета уже была. Это прикол, что я сомневаюсь. Полный разнос опять, да? А, это последний уровень. Ха, мне хватит их. Птичек. Вот только фиг поймешь, куда попасть теперь. Металлическую фигню или не надо туда. Есть. Первый пройден, наконец-то. Никаких трех звезд. Слушайте, почему? Аналогичный, такой же результат. Странно. Видимо, этот уровень я проходил, когда у меня были все серебряные птицы. Так, наверное, и было. Видите, видите шестеренки? Видите? Не видите? А почему? А, да, теперь вместо значка птиц, теперь реклама. А значок птиц теперь вот здесь. Снизу. Продолжим. 117-й, да? Вот такие вот уровни. Да, кстати, смотрите, они не перепрыгивают через уровень. Почему так? Где пройденный уровень? Странно. Теперь, может, я могу забыть и пройти один уровень несколько раз. Ладно, вы мне напомните, чтобы я так и не делал. Хорошо? Ну, туда, вот так все. С обновлением уровней совершенно новые, не похожи на другие, бла-бла-бла. Если вы следите за новостями Angry Birds, то вы знаете, что случилось. Если вы сами играете в Angry Birds, значит, вы знаете, что случилось. Возможно, вы знаете, что случилось. Надеюсь, получится. Да. И если вы сами вдруг Angry Birds, то вы, конечно, понимаете, что происходит. Шестеренки, так это странно, не внутри, это просто декорация, да, как я понимаю. А, разнос. А, да, вот такой полуразнос будет сейчас. С вентилятором верхним и с нижним вот такой вот. Круто, отлично получилось. Ах ты сволочь, он теперь будет висеть там бесконечно, а нет. Хотя... Нет, он все же не будет висеть там бесконечно. Или... На всякий случай придется мне... Я сейчас приземлиться и... Сволочь. Да, он будет висеть там бесконечно. Сейчас я его собью. Вращаемся. Так. Тут стоит сделать. Как же я ненавижу эти дурацкие шарики в воздухе. Блин, специально их поставили. Но теперь, к счастью, мы их уничтожим. Или просто пролетим дальше, ладно. А, нет, уничтожили все. Теперь ждать, чтобы пока ждать. Главное, ценность в Angry Birds ждать. Иногда это поможет. Есть. Я, знаете, начал радоваться, что больше никогда не вижу этих вентиляторов, потому что я прошел все, как бы, все с вентиляторами. А тут не, как говорится, я буду приходить для вас теперь с вентилятором. О, какая удача. Какая супер удача. О, что? Ладно. Взрыв. Иногда можно взрывом задеть улетающего свина. Нет, но зато у меня результат верхний. Фу, как видите, двое друзья, мои друзья не догоняют никого фейсбуковские, как вы понимаете. Меня, вернее, не догонят, потому что я уже далеко ушел, они, наверное, только на половине. О, мы практически прошли половину уровней. Закончим. Так, не забыть переключиться в следующий уровень. Продолжаем. 117-й. Наверное, сегодня босса закончим. И, как говорится, половина уровня позади, так и называется серия. Может быть. Хотя нет, какая половина? А, уже не половина, нет. Серия так не назовется. Синенький птичек, пожалуйста, нет. Ну ладно. Вот так иногда тоже весело. Строитель, как же мне его уничтожить? Надеюсь, надеяться лететь ниже получится. Да, получился, я летел ниже и победил. Взрыва не ожидается, потому что я знаю, он не взорвется. Мы же знаем, какие тут подлые блоки. И теперь синьки как раз вовремя подсоспели, чтобы подсозрели. Надеюсь, они не застрянут в стене. Ай-яй-яй! Ну, а нет, смотрите, падает.
Ожидание чуть-чуть-чуть-чуть, еще чуток. Блин, мешают мне. Нет, ждем, да, ждать. Немножко подождать. Мы же говорили, что время самая ценность. Ожидание это лучшее. Что можно? Нет. Какая удача, у нас сегодня золотых свинок день. Возможно, с обновлением их чаще стали пускать. Как я напоминаю, что золотые свинки это необычные свиньи, их уничтожать не обязательно. Ну, конечно, желательно, потому что это бонус хороший. Какая удача-то, а? То есть, видите, мы сейчас заработали на еще одну. Ну, пожалуйста. Ну, свинок. Ну, ладно, придется его забить как-нибудь. Ну, что, видите, как маленькое существо? Это свиньи маленького размера. Я могу тебя раздуть, свинья, но нет. Мне придется взорвать тебя, потому что, блин, и свинья маленькая, и попротивная. И еще несколько птиц остается, ну что там. Раздуваем сразу, потому что у нас как бы бонус бесплатный. Больше нигде раздувать нигде не придется. Заметьте, этого свина он еще не падает, потому что он... Его ракеты как-то балансируют ему. О, как повезло-то. Спасибо за хорошее везение. Харям. Знаете, мне сегодня так не везло. С этими уровнями. Но все же продолжаем. Уровень под названием 40... Ой. Я перепутал игру, извините. Новый уровень под названием 119. Ну что ж. Ой, ёшкин котенок. Знаете, я пока проходил те уровни еще ужаснее, чем эти. Они прям непроходимые совершенно. Сейчас мне будет казаться, что это очень легко. Возможно, я пройду сейчас даже все очень быстро. Ха, всего лишь столько-то уровней. Видите, сколько их? Всего лишь 4 этапа. Простым взрывом мы даже повалили целую башню, которая, по идее, нужно было рассчитана на других птиц. Что же это, магия или разумные попадания? Решение ответит только свин противный, который застрял. Ну ладно. Я надеюсь, магическим оскоком получится. Ведь у меня слишком мало жизней, но я знаю, я могу их восстановить за кристаллики. Да, я уже привык тратить деньги на кристаллы, да? Фу, то есть нет, я кристаллы не покупаю. Они кончаются, еще на 3 восстановления осталось, и все, потом у нас придется снова ждать, либо рекламу смотреть. Это печально ждать так. Поэтому шпиндрех. Это очень ужасно и сложно. Эти воздушные шарики меня сбивают. И не только меня, с толку. Не понимаю, куда целиться, нужно в динамит или нет, но... Видите, желательно повальнить. Ладно, 3 птицы, 3 попадания. За 2 нам восстановили. Используя разрухометр, он так называется в описании игры. Но какая-то глупость, извините, поэтому... Ох, нет. Ну, естественно, свин уцелеет, но его сейчас собьют, смотрите. Ага, рассчитано. Так, белая птица, дополнительный гард. Ну, зачем мне... Ха, пока убытков нет совершенно. Это страйк, как говорится здесь. Странное название. Окей, шарики. Знаете, они на самом деле квадратные, а не круглые. Нас обманули. Ладно, вот так, значит. Вот так. Вон так я словно запустился. Тихо. Надеюсь, ты не потеряешь свой заряд. Есть. Да. Ну а что говорить насчет этих вентиляторов? Знаете, тогда мне как-то было лучше разговаривалось в предыдущей серии. Но, к счастью, мы потеряли этот момент. Поэтому пока вы смотрите и слушайте, что я пытаюсь вам сказать. Так. Ничего, кстати, это срабатывает. Ну нет! А, хотя нет, ну да. Молодец, свин. Ну и... атака. Придется вот так вот.
А, у нас последний этап, ну ладно. Я уже думал, что еще куча, но все же так. Шпяк. Две. Не очень, конечно, радую. Вы не видите новые обновленные шестеренки, жаль. Такой уж ракурс камеры. Это босс, наконец-то. Вы ждаете, мы перейдем из этого свиного города снова в бамбуковые леса с порталами, где скучные, ну, в смысле не скучно, там тяжело. Порталы — это не всегда хорошо, даже если как-то это удобно. Давайте. Всегда все начинается с дождливого уровня, да, где... Но, к счастью, это выглядит особенными, все эти локации. Из-за дождя, да? Дождь только на боссе. Еще есть дождь обычный, вроде бы... При битве с... со свиным зонтиком. Но все же, кажется, в тот момент там более светло, чем так. Чем когда здесь, да? Блин, удивительно, как-то криво, но все же. Но все же нет. Придется его забросить в бездну. Много птицачек. У меня что-то уже перья как не копится. Несколько птиц практически достигли нового уровня, но мне не хотят давать перья за них именно. Дают перья. Ха-ха, улетел свин. Уничтожится ли он сам по себе? Думаем ли мы? Пытаемся ли мы думать над этим? Да. В общем, как всегда, вы увидели, так, то же самое происходило когда-то в Angry Birds классическом первом самом. В тот момент, когда тоже свин улетел на шарик. Если вы помните этот момент и вы смотрели это, то... Экран улетел. Теперь придется все нос настраивать. Ладно, нормально все. Не знаю именно, как именно попасть бы мне. Надеюсь, верхнего свина как? Еще не те птицы нажимаются. Давай же. Пойдет. Это должно хватить. Боссы обычно супер легкие. Кроме этого. А может нет. А, это король, да. Я думал, усач почему там. Усач нет. Ты не получится у тебя. Свин, который хотел раздуться, как вы видели. Он тоже там был. Мне надо скорее на босса сбросить. Но поздно уже. А, он сам себя сбросил. Отлично. Мне не придется его сбрасывать. Сейчас мы его одним взрывом уничтожим. Или он улетит совершенно далеко. А, нет. Чуть подождать, погодите-ка. Возможно, он сам себя взорвет снова. Но нет, я за него взорвал. Я же говорил одним взрывом. Вот так. Ну, у вас новое достижение? Да, кстати, мне почему-то достижение не далось раньше, но зато далось теперь. Специально стал перепроходить. Что это за музыка была? Погодите-ка. Ладно, не обращайте внимания. И мы продолжаем. Переходим в бамбуковые леса. Заметьте, для каждой локации своя музыка. Вот так приятно, как говорится, и хорошо, очень, когда слушаешь. А здесь другая музыка, да? Ах, свинчики. Свинчики. Синие бы мне не помешали, но... Ать! Ха-ха! Мы без порталов проходим. Ага, привык без порталов, но теперь никогда не пользуюсь порталами. Отлично. Крица. Если вы к чему-нибудь привыкли, то если он говорит, а это новые возможности, да ну нет, я по старинке буду делать. Но так обычно часто происходит всегда. Печально это или нет, судить не вам. Я бы взорвал тут. Угу.
А тут что? Еще свин верхний. Да, мы же не прошли еще. Мы прошли половину. Кстати, мы прошли не половину, уже не половину. Раньше это была половина, теперь уже нет. Вот черт, что же делать-то? Просто не всегда падает. Такие конструкции бывают очень обманчивые. Бывает падает, бывает что-то остается. Жаль, конечно, так. Окей, дальше там. Ракета. Свин. Сколько свиней? 5. Правильно. Что это было? Да, жаль, портал не тот. А. Фух, сейчас я с легкостью прохожу. Мне же немножко прокачаться. Я еще до сих пор не в курсе. О, нет. Ненавижу эту конструкцию. Я до сих пор не в курсе. Зависит ли уровень птицы серебряный, бронзовый, золотой и так далее. Зависит ли это от собственно, заполняемости разрушительной, в общем, шкалы сверху. Если это зависит, то, конечно, круто. Потому что... Тогда будет упрощение. Но если нет, то как же мне пройти тогда те предыдущие, следующие уровни, которые суперсложные? Это ужасно думать об этом. И да... Там еще много проходить здесь уровней. Ужасно много. Надеюсь, вы не слышите потусторонних звуков. Я очень на это надеюсь. Окей. Тут нам мы догоним какого-то... Еще одного друга из Фейсбука, который обитает здесь. Похоже, он этот уровень не смог пройти. Либо просто устал и остался здесь. Так. Красная птица быстро. А вот фиг вам. Ничего подобного. Ну, впрочем, у нас даже еще лучше получилось. Ей. Рискованно пускать такую птицу, потому что, я же говорил, она толкнет только вперед. Но разбить-то, конечно, можно было. Если бы там нельзя было разбить, то птицу не запускать ни в коем случае. Иначе просто ударится и все. Че, где свин? Под землей сидит? Последним с обновлением стали долгие загрузки. Я раньше возмущался, что мне дают подсчитать очки, а сейчас даже очки подсчитаны, но все равно. Долго-долго не засчитывается решение. Ай-яй-яй. Так, нет. Здесь мы будем использовать другие ситуации. На мой взгляд, следует каким-то магическим образом лопнуть шарик сверху. Ха-ха, это круто, так взрывается все. Приближать больше не могу, Валь. Знаете, я могу приблизить в центр, если вы хотите. Сейчас, погодите-ка. Ой. Так, видите, теперь свинку, поросенка, свинку. Ну ладно. Опа. Каким же мне запускать? Нет. Так ничего не получится. Может быть... Не. Оставим за хороший случай. Вот так можно даже меньше сломать. Но все же ладно, получилось. Как заметьте, новые какие-то штуки конструкции. Раньше я их не встречал почему-то. То есть встречал, но позже гораздо. Видите, это конструкция с перчатками. Якобы изображение человека. Свиньи. Так. Ну а здесь просто сбить следует. Даже текст стоит. Не получилось. Чек. Какой-нибудь магический взрыв, не? Ну ладно, последний этап. Говно, да? На удачу сейчас будет рассчитывание.
Это что за суперогадки? Ну, я, конечно, смогу пройти этот уровень так. Но просто что это за бред? А вот и не смог. Такая глупость, да? Плохие уровни, плохие. Чувак, налопались свинки. Какие-то магические свинки, да. Кстати, мы же долго... Что? Случилось. Все долго думали, что за магия? Почему птицы имеют магические способности? А вот фиг поймешь, да? Даже свинки имеют магические способности. Что это за магия такая? А потому что это же необычный мир. Это же... Тут магия птицы, магия свиней. Повсюду магия, да. Попасть бы. Ужасные бамбуки. И что мне больше нравится? Классическое кабальтовое плато. Там цветочки прикольные, которые очень мощные разносят. Никаких минусов у них нет. А там... Где мое яйцо? Куда оно пропало? Оно же улетело туда, в портал. Должно было вылететь с другой стороны, но какое-то взорвалось. Что это за бред? Ладно. Я не в курсе, как я буду проходить следующий уровень. Может быть, потом сделаю паузу в прохождении, потом накоплю себе больше уровней, если вдруг зависит от этого. И будем проходить таким образом. Но ни в коем случае не будет все закончено. Все обязательно пройдется когда-нибудь. Черт побери. Восполнить. И все 5 восстановились. Жаль, конечно, что такая фигня происходит. Да, заметьте, теперь дешевее стали, да? Я говорил. Говорил ли я об этом? Не знаю. Идем пытаться снова. О, на этот раз мне повезло. Красненький выпал сразу. Блин, в основном везет, а некоторые не проходятся только из-за орлов, которые мне случайно выдают. Либо золотых свинок, которые неожиданно появляются из ниоткуда, да, как вы помните. Вот фиг поймешь, как теперь сделать. Отскочит от земли он сейчас и бабах. Если через портал что-нибудь вылетит, и мне помешает улететь, да? Ну, я о чем? Ура! А теперь что у нас тут? Так, поросенок, 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 свиненок и немного там еще. Разбей! Ей! Не продумал того маленького свина, как делать. Да, что с ним сделать? Хотя, все получилось гораздо лучше. Сам себя он не забьет ни в коем случае. Поэтому вот так. Словно заехал он. Не знаю, получится пройти теперь. Вроде бы нет. Прикольно, смотрите, там не только бамбуки сзади, видите? Тупо. Хотя... Относительно нет. Свин, как он... И как он там, собственно, оказался? Знаете, если что, я посмотрю рекламу. Нет, не буду смотреть. Хотя...